Доброе утро, дорогие друзья! Вот и пришел самый веселый и счастливый день в году. Пятница 13-е. В этот день всегда нам везет. Куча прибыли. Так что поздравляю вас и желаю вам, чтобы эта пятница и эта неделя в целом была завершена успешно, с блестящими результатами. Как обычно это происходит на iTrade TV. Меня зовут Игорь Суздальцев, и мы начинаем программу «Торговый план» за сегодня, 13 сентября 2019 года, пятница. Давайте посмотрим, что у нас говорят технические и фундаментальные анализы. И определимся, как мы будем действовать. Вчера биток подрос 10200. 74 доллара была отметочка, сейчас чуть повыше. Ну, также они вышли из диапазона, куда торговать непонятно. Не скажу, когда не вижу, не скажу. Евро-доллар, конечно, друзья, вчерашние события нас всех, так сказать, порадовали. Ставка осталась той же по евро-доллару, но на самой ставке прогулялись мы. На объявлении нулевой ставки прогулялись мы вниз на 143 пипса вот, за 2 часа. Потом 3 часами ушли наверх, ударились в хай 1.10.86. То есть торговый диапазон прохода составил, ну и вообще торговый диапазон вчерашнего дня составил 160 пипсов. Так прикиньте, 160 вниз, 160 наверх. Так, неплохо, неплохо. На 320 пипсов мы могли погулять вчера. Поскольку тема ожидаемая, я думаю, все-таки роботы были настроены на такие резкие колебательные движения. И думаю, что большинство из вас все-таки заработало на этом. Ну, а то, что сейчас двинулись наверх, уже тоже тренд обозначили. Хай ударили сегодняшнего дня 1.11.09. Но, друзья, обращаю ваше внимание, за последние сутки народ заработал 183 пипса. Вот вы уверены, что не захотят крыть эту всю прибыль, поднятую в конце недели, в пятницу? Я не уверен. Поэтому мне кажется, что остановились. Вот все, Европа открылась. Кто захотел войти в рынок, вошел. До Америки, во всяком случае, я бы не решился сейчас что-то делать в плане покупки еврика. Но будем обсуждать. Будем обсуждать все вместе, эта тема горячая, евро-доллар, друзья, горячая тема. Мне кажется, могут еще раз свозить вниз на те же 183 пипса. Вот. Как-то я не вижу дальнейшего движения наверх, хотя кто знает. Опять же напомню, пятница. А ну неделю давайте посмотрим, какая неделя. Ну неделя, посмотрите, с низов вытащенная, в плюс выведенная. Ну неужели не дадут никакой коррекции? Ну, не знаю, не знаю. Я думаю, что дадут. Я бы сегодня еврика, во всяком случае, пока не покупал. Фунтик, та же история. Вчера вытянули его в плюс. Сегодня он блестящий рост показывает. Посмотрите, что он творит сегодня. Фунт, не знаю с чего, но фунт блестящий рост показывает 82 пипса. Посмотрите, уже. То же самое пятница. Здесь сильные начинаются зоны сопротивления. Вот, уровень 1.24.16 может быть достаточно прочным. Тоже не верю в покупки сегодня. Неделя, понятно, тоже хорошая, положительная у фунта. Мне кажется, тоже может скорректироваться. Доллар-иена. Тут обратная картина. Тут доллар всю дорогу рос. Вроде бы должен не скорректироваться. Доллар-франк. А вот доллар-франк уже корректируется. Вчера закрылся в минусе и сегодня минусует, причем сильно, 0.9868 в моменте. Мне кажется, продажа доллара-франка может быть интересной в этом раскладе. Смотрите, какие разнонаправленные движения. Абсолютно. Смотрите, текущая ситуация. По еврику падает доллар, по фунтику падает, по иене падает. А, подождите. Фу. Доллар падает везде. Я что-то не сообразил. Мне показалось почему-то, что иена. Нет, доллар по иене тоже падает. А, так у нас доллар просадочки. Глобальный, да?
Неужели подтянуты наверх фунта и евро? Это будет интересно, я даже так задумчивости легкой. Австралийский доллар тоже лезет наверх. Вчера его, правда, с высот спустили, но сейчас лезет 0,6874. А вот новозеландский доллар кто-то вчера сглазил. Друзья, посмотрите, все растет, новозеландец падает. И причем, посмотрите, какой был рост вчера красивый. У меня так корыстный интерес в этом во всем. 44 пепса был рост. Мы-то нарисовали с вами восходящую линию на 0,68, на котором это уровень, на котором Вадим Бабенко будет рассматривать вхождение в чемпионат мира. Вот, это не гарантия, но это шанс. А тут нас просто 4 дня вдавливают в асфальт. Причем, посмотрите, через усы вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Не знаю. Коллеги, подумайте, кто согрешил, кто зубы не почистил, кто бабушку через дорогу не перевел. Оглянитесь вокруг себя, начните жить правильно, и новозеландец потянется вслед за остальными инструментами. Удивительно, все растет, новозеландец падает. Причем мне на остальное глубоко все равно. Мне новозеландец нужен. Не надо же, как это бывает вообще. Доллар канадец растет. Вот, два инструмента мы обнаружили. Нефтюшка падает, брентюшка стоит на открытии. Вчера они сильно провалились, но вытянули их. Брент на отметке 59.72 в моменте. Натуральный газ, друзья, вчера подрос, сегодня на открытии. Здесь не видно. Здесь не видно. По бренду, кстати, тоже непонятно. Сегодня будет сложная пятница, коллеги. «Газпром» в боковике, 232.02, рубль вниз, рубль вверх, доллар, рубль. А вот тут у нас тренд. Доллар подваливается, друзья. О, хорошо, хорошо. Слушайте, вот она радость-то, 64.38. О, красота. И мне кажется, запросто могут его пониже затолкать куда-нибудь. Ну, давайте поставим на максимальную, так сказать, планочку, где мы были в последнее время, на 62.46, и да, и ждем туда, давай, никто не знает почему, а какая разница, давай, золото, золото полезло наверх тоже. Слушайте, новозеландец и канадец, два неудачника сегодняшнего дня, все остальное растет, индекс Dow Jones растет, 27262 пункта, и S&P растет, друзья, 3017 пунктов у него. Вы знаете, я отправил прогноз, что будет 3200 в ближайшее время. Да, а проходить это будет трудно, потому что мы на исторических хаях, хаи пробиваются всегда трудно исторически, но когда они пробиваются, дальше летит по инерции, через битые стопы, прям ух. Ну, на 3200, я думаю, должно залететь реально. Тем более прогноз публичный. Вот. Хотелось бы быть правым, а то, знаете, потом будут глаза тыкать. Вот, вы ждали 3200, а он провалился на 2600. Вот. Всякое может быть. Всякое может быть. Но я, судя по той картинке, которая есть, мне кажется, вполне может двинуться наверх. Тем более, друзья, на нашей стороне Дональд Трамп. Переходим к фундаментальным новостям. Дональд Трамп выступил, сказал, что он планирует хорошее снижение налогов для среднего класса США в следующем году. Ну, понятно, выборы. Дело к выборам идет в 2020 году, уже через год. Он сказал, что это будут снижение налогов будет вдохновляющим, но деталей никаких не дал. Дональд, надо же детали давать, чем вы будете народу вдохновлять. Вот. Но в любом случае, этот хоть обещает, уже хорошо. Друзья, Франция предложила создать собственную криптовалюту в Евросоюзе. Идея по выпуску национальных цифровых денег уже вынесена на заседание Еврогруппы и будет рассмотрена в октябре. И параллельно предлагается запретить использование цифровых денег от Фейсбука. Слушайте, перепугались? Мировые правительства перепугались Марка Цукерберга. Что творится? Вот что значит частный бизнес. Великая сила частного бизнеса. Друзья, потряс мир
руководитель ВТБ, господин Костин, Андрей Костин, председатель правления ВТБ, он предложил освободить бедных россиян от налогов. Молодец. Господин Костин, молодец. Вот, классная идея. Конечно, какие там НДФЛы для бедноты? Дайте им хоть чуть-чуть. Ну, там, ну, не знаю, до 1 000 000 рублей в год, например, да, не брать налогов НДФЛ. Вот когда человек 1 000 000 заработал, тогда брать. А так они получают по 15 000 рублей, еще НДФЛ 13% платят. Ну, куда это? Вообще несправедливо. Крайне. Вот поэтому абсолютно согласен уже, так сказать, это назрело. И во всем мире это есть. Минимальная ставка, с которой начинается налогообложение. Ну, вот у нас почему-то не хотят этого делать. Не знаю даже почему. Далее, коллеги. Вчера произошло очень важное событие в жизни страны, удивительное. Прошли обыски и задержания, значит, в штабах известного политика оппозиционного Алексея Навального. Что удивляет, что 150 обысков в 40 городах одновременно. Это как-то удивительно, да, даже. Я понял вообще, не понял вообще, как бы, а что происходит-то. А, вот причем я смотрю, что в основном-то обыски, да. Непонятно, даже кого-то задержали, кому-то что-то предъявили или не предъявили. Вот. Но просто очень так мощно одновременно. Такого не было лет 30. Последний раз я помню такое в 89-м году. Это еще при в СССР было. Зачем это сделано сейчас? После уже выборов, причем такое, знаете, жесткое очень действие, невероятно жесткое действие, у нас такого 30 лет не было. Вот то, что сейчас происходит, такого не было 30 лет. А зачем? Ведь тут же ясно, надо понимать, что ляжет инвестиционный климат. Все, его сегодня с утра нет. Как только это мировая новость, она тут же пошла по всем агентствам. Понятно, что отток капитала сразу, понятно, что бизнес начнет закрываться, потому что сегодня оппозицию, завтра, так сказать, за бизнес возьмутся. Это всегда связанные понятия, потому что бизнес традиционно всегда за реформы, за развитие. Это не оппозиция, но это вид деятельности такой, направленный на реформы. В общем-то, серьезно. Тем более, вчера такая статья была хорошая от министра экономического развития Орешкина о том, что вот основные направления он определил, кстати говоря, развитие инвестиционного климата прозвучало. И тут же, через несколько часов после этого мнения Орешкина, тут же пошли действия в обратную сторону. Удивительно, я вообще, честно говоря, искренне изумлен. Какая экономика, какое развитие, вы что, смеетесь, что ли? Надо срочно закрывать все компании, которые есть у кого. Вот. Переходить на самозанятость и пытаться выжить на минимальном уровне. Далее, друзья. Минюст намерен узаконить принудительный доступ в жилье судебных приставов. Тоже, знаете, серьезная такая новость. Ну, уже, честно говоря, на край некоторые организации пошли. Например, Федеральная налоговая служба заблокировала счета Киркорова. Я не верю в это. Это какая-то ошибка. Не верю, это люди ошибаются, этого не может быть, это фейк, я думаю. Хотя вроде там серьезные издания сообщают. Вот. Не могут королю российской сцены заблокировать счета. Не верю в это. Далее, еще одна новость потрясла всю Россию. Ксения Собчак выходит замуж. Выходит она замуж за режиссера Богомолова, Константин Богомолов. И якобы пятница состоится сегодня, 13 сентября. Ну, не знаю, насколько правда, неправда. Ну, нет, тоже серьезные источники сообщают. Ксения, Константин, поздравляем, желаем счастья, удачи, здоровья. Ну и, конечно, о главных новостях дня, друзья. Чемпионат мира по трейдингу. Все предыдущие новости были всего лишь подготовкой к этой главной новости. И что мы видим? Мы видим нового лидера, Юрий Смола, 5,7% к депозиту. На втором месте Евгений Питерский, 4,6%. На третьем месте Андрей Евграфов. У него минус 2%, но заметьте, он каждый день с минус 5 идет по проценту в день наверх. Сегодня минус 2%. Завтра, в понедельник, прогнозирую, будет минус 1 у Андрея Евграфова, во вторник 0.
И в среду, я думаю, будет плюс 1%. Вот такое прогнозирование событий на чемпионате мира. А до конца чемпионата у нас еще остается сколько рабочих дней? 15 рабочих дней. Вот плюс 15 Андрей Евграфов запросто может намолотить с таким темпом. Так что лидеры Юрий и Евгений, будьте бдительны. У вас позади серьезный конкурент. Далее, друзья, сегодня в 13:00 уже через 2.5 часа эпический баттл Юрий Марченко versus Александр Шейнков. «Стопы – это зло», так называется этот баттл. Всех приглашаю, все в третьей части эфира все могут выступить, кто за стопы, кто против. Так что добро пожаловать, выступайте, обсуждайте. По итогу каждому станет понятнее, использовать стопы, не использовать, а может быть, когда использовать, когда не использовать. Тут тоже в жизни нет ничего абсолютного. Да, нет, добро, зло, все где-то посредине. Все, друзья, давайте посмотрим, что говорит монета сегодня по нефти. Вчера она, кстати, показала sell. Напомню, мы бросаем монету на WTI. Sell вчера состоялся. То есть монета сейчас 50% два раза плюс, два раза минус. Ну что, посмотрим, что будет сегодня. Бросаем, волнуемся. Оба-на. И смотрим. Buy видит монета сегодня. Ну и здорово. Я поддерживаю. Buy по нефти. Просадка была глубокая, два дня особенно последних прям так сильно нырнули. Мне кажется, неделя отрицательная, мне кажется, немножечко подняться, приподняться вполне себе сегодня может нефть. Макроэкономические индикаторы, коллеги. Праздники. Весь день выходной в Китае. Праздник середины осени. Здорово. Какой у них есть праздник. Заседание Еврогруппы в 13:00. Могут оттуда спикеры с разными идеями выйти. Такое бывает. Ну, в общем-то, и все. Число активных буровых установок от Baker Hughes. Кто ловит на нефть, тот может поинтересоваться в 20:00. Все, коллеги. Ну вот Владимир Мудряков пишет: бросьте монету на Газпром. Очень надо. Не вопрос. Давайте, друзья, бросаем монету на Газпром. Buy, sell, две стороны. Волнуемся, переживаем. Акции Газпрома обыкновенные, друзья. Бросаем. Опа, ловим. Ну, сейчас весь Газпром заволнуется. Buy, видит монета для Газпрома. О, какие связи у Газпрома. И тут договорился. Вот, так что, друзья, покупайте спокойно. Монета одобрила. Владимир Мудряков пишет спасибо. Вот, так что полный вперед. Все, коллеги, подводим итоги. Итак, сегодня будет трудный напряженный день. Разнонаправленное движение. Доллар по одним инструментам растет, по одним снижается. Вот, мне кажется, что все-таки рост фунта и доллара сегодня ограничен. Сильные проходы вчера. Пятница, многие захотят закрыться. Я, например, не очень верю в укрепление еврика и фунтика. Сейчас не будем говорить в целом, как тренд. Тренда сегодня не будет, все будет разнонаправленно. Но вот, скажем, в рост еврика я почему-то не верю. У фунта своя история, он на плохих новостях растет, он может и дальше, мне кажется, стрельнуть. А вот еврика не верю почему-то. Да? Я думаю, что сегодня... Франк тоже с чего? Не знаю, мне кажется, доллар может сегодня, вот из того, что сейчас мы полностью посмотрели все, мне кажется, что доллар может сегодня немножко отбиться по многим инструментам. Как-то доминация такая над долларом, она, я даже сейчас пробегаю глазами, не верю. Поэтому, естественно, кто хочет покупать еврика, фунтика, добро пожаловать. Вот. А я как-то так не очень. Даже новозеландца, которого мы тянем наверх, сегодня сказать, чтобы покупать, я бы не решился. Кстати, наверное, продажа новозеландца и будет сегодня основной торговой идеей, потому что даже вчера
когда все выросло, новозеландец закрылся все равно в минусе в силу какой-то внутренней слабости. Вот. И сегодня, наверное, может продолжить это шоу. Хотя очень надеюсь, что буду неправ. Так что, друзья, посмотрите на варианты продажи Еврика как возможный ход события, развития событий. Сегодня, мне кажется, эта тема, ну куда, 183 пипса на спокойном рынке за сутки рост и без коррекции. Чего-то не верю. Спасибо, друзья. Всем удачи, хорошего настроения.